Татьяна Мальцева – педагог детской школы искусств Когалыма. Около 30 лет женщина преподает уроки по классу скрипки. Для нее такие мероприятия, как этот концерт, не только способ самовыражения на сцене, но и очередная возможность приобщить земляков к высокому искусству. Хочу поблагодарить за такую прекрасную идею, которая, видимо, у кого-то возникла, и она на самом деле замечательная, эта идея, так как фестиваль уже проводится 8 лет подряд, я участвую третий год, и хочу сказать, здесь царит такая атмосфера любви, радости, и видно, что вот эта искорка радости, она в каждом ветеране живет, и хочется, чтобы она всегда-всегда горела и никогда не угасала. Благодаря вот таким фестивалям. Дольше Татьяны Мальцевой на сцене выступает только творческий коллектив «Первопроходцы Когалыма». В 70-х они приехали покорять суровую Сибирь. Учителя, нефтяники, врачи, строители. Всех объединила любовь к творчеству. Абсолютно разный репертуар, поэтому как бы, сколько мы перепели уже, много мы перепели. Но «Листья желтые», которые мы сегодня исполняем, мы их уже исполняли. Просто нам природа подсказала, ну нельзя ее не спеть, эту песню. «Листья желтые». Песни, танцы и стихи. На сцене в этот вечер было представлено около 20 творческих номеров. А количество самобытных авторов и исполнителей говорит о том, что наши ветераны никогда не стареют душой.